Сегодня случилось нападение нашего сборщика во время агитации. Он предлагал людям оставить подпись в поддержку движения Глеба Бабича. И какие-то люди сначала вроде заинтересовались, но потом непонятно, как это, что-то им не понравилось. И они решили решать вопрос силой. Избили нашего сборщика. Вот сейчас мы стоим у травмпункта. Здесь сняли побои. И, соответственно, в ОВД уже лежит заявление на этих персонажей. Вот фингал под глазом, по документам, соответственно, обильные кровопотеки по верхней части, по правой части. Но переломов ничего такого? Переломов нет, да, сотрясения тоже нет. Сейчас поедем обратно отвозить справку о побоях. А что полиция говорит, такое дело собирается возбуждать? Сначала был какой-то крен про то, что это какая-то бытовая ссора, но, собственно, приехал кандидат, и юридическая команда помогла объяснить, что это была не бытовая ссора, это была агитация, и, собственно, здесь дело идет про препятствие незаконной агитации, и что буквально нападение. То есть не было никакого конфликта, люди совершенно каким-то образом, что-то у них какое-то помутнение случилось, решили сбить просто на пустом месте. Планируем дальше доводить это дело до суда и, соответственно, чтобы виновные понесли наказание за то, что нарушают действующий закон.